Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи Леонид Юнесин. 18 сентября 2017 года, понедельник, начало рабочей недели. Я продолжаю свой видеообзор по волнам Эллиота ценовых данных на рынке валют. Но прежде чем начать, собственно говоря, непосредственно видеообзор, хочу поделиться с вами некой информацией. Если вы помните, на прошлой неделе, в последнем видеообзоре, я говорил, что не удалось на прошлой неделе поймать какой-то тренд, поймать какую-то волну, потому что как бы не было трендовых движений, поэтому как бы не очень-то задалась неделя. Но после публикации данного видеоролика движение на рынке Forex было очень динамичным, особенно рост фунта. В связи с тем фактом, что Центральный банк Англии оставил основную ставку на прежнем уровне. Так вот, о чем я хочу поделиться. Все-таки удалось под занавес торговой недели во второй половине пятницы, благодаря тому движению, благодаря моим прогнозам в предыдущем видеоролике, вытянуть неделю в плюс. Вот смотрите, УИК и Net Profit 2718. Чему я, конечно же, очень рад. Но не рад еще одному факту, что у меня было плюс около, даже больше 6000 пунктов за прошлую пятницу после опубликации видеообзора. Но потом при закрытии всех ордеров, вы знаете, что на счетах IP управляющего все ордера закрываются в автоматическом режиме. И отложенные ордера, и как бы открытые ордера. У меня закрылось минус 2000 пунктов. Почему? Ну вот смотрите, я тут выделил один ордер 2587, он был открыт 13 сентября по евро фунту на уровне, то есть цена открытия open price 0.90089, стоп лосс на уровне был 0.89836, то есть я должен был получить стоп лосс в размере 253 пунктов, если цена пойдет в другую сторону. Она пошла в другую сторону, но почему-то стоп-лосс не сработал. Вы это могли убедиться в моих видеообзорах, потому что я делал их в ежедневном режиме. И цена, оказывается, закрылась аж 15 сентября на уровне 0.88016. Итого вместо 253 пунктов убытка я получил убыток 2089. Понятно, что это безноминальный счет, что на этом счету не задействованы мои реальные деньги. То есть на счетах IP управляющего не задействованы реальные деньги управляющих. Но как бы я попросил саппорт, если возможно, чтобы откорректировали просто общий итог по пунктам, общее количество пунктов. Если возможно, конечно. Но в принципе неделя удалась благодаря вот этому движению в пятницу. Ну и возвращаемся к нашему видеообзору. По основной валютной паре. Есть варианты, которые я озвучил ранее. Я хочу его еще раз озвучить, что у нас вот глобальный максимум может быть на отметке 1.21 плюс минимум. Что у нас вот есть 1, 2, 3, 4 и 5. И здесь все закончится. И у нас есть предполагаемая заходная медвежья волна, и сейчас строится предполагаемая коррекция от этой волны. Вот есть А, Б, и будет С еще примерно до уровня 1.20, а потом уже пойдем вниз. Но если цена пойдет выше, пробьет уровень 1.201, 1.202, 1.203, тогда у нас дорога открыта опять на перехай или на обновление как минимум максимум на уровне 1.21. Вот это несколько вариантов. С текущих вниз буду рассматривать, с текущих прямо вниз, только после пробоя уровня 1.18. Отложки в обе стороны. Ближайшая отложка на уровне покупки. Посмотрим. Вы же знаете, что данные, почему было такое движение на рынке еще. Потому что данные по гринбеку, по доллару вышли хуже прогнозов. И это были самые как бы плохие показатели в течение 8 лет. Ну, вы можете посмотреть в релизах. Поэтому можно ожидать, что пары в дальнейшем будут укрепляться по отношению к доллару. По фунту, ну вот сказал, а сейчас говорю, что по фунту не вижу дальнейшее восходящее движение. Ну я не вижу. Даже имея в виду, что ЦБ Англии сохранил ставку, что гринбек не очень неоднородные показатели, но куда больше расти фунту. Поэтому я выставил только отложку на продажу на уровне 1.35 с целью 1.34. По австралийцу цена находится в рамках восходящего канала, поэтому рассматривать продажи неуместно. То есть продажи можно рассматривать как альтернативный вариант только после пробоя этого канала и после пробоя уровня 0.79.5.
Но, смотрите, по поводу восходящего движения, как бы если рассматривать покупки, у нас восходящее движение может быть либо в рамках коррекции, либо в рамках пятой волны. В рамках коррекции, если вот это движение вверх, оно завершилось на этом глобальном, скажем так, максимуме 0.8125 примерно. Да, и у нас как бы после этого была заходная волна вниз, первая, и строится коррекция во второй волне предполагаемой. То есть у нас А, Б и будет С волна примерно до уровня, ну, максимального уровня 0.8006. Да, но если цена пробьет уровень 0.87, то тогда у нас и уровень даже 0.81, тогда у нас будет актуальным вариант с построением пятой волны до уровня 0.82. То есть отложки в обе стороны, но довольно на равном расстоянии текущей цены по австралийцу. По новозеландцу можно поставить окончание коррекции вот на этом уровне. То есть с текущей мы можем пойти вниз. Но отложка на продажу у меня далеко от текущей цены на уровне 0.72. Цель 0.71. То есть я даю пространство для цены, для того, чтобы она определилась направлением. Но также коррекция может продолжаться до уровня 0.74, а потом уже вниз. Куда она перехает здесь, куда может укрепиться цена по отношению к доллару еще выше, я здесь не вижу. По японской иене как бы должна была начаться коррекция давным-давно. И вот как бы здесь было такое начало, как бы, но потом резко мы пошли вверх. Но вы же знаете, что на японскую иену давит ситуация в том регионе. Очень неспокойная ситуация на Корейском полуострове из-за запусков ракет КНДР. Поэтому японская иена уже не рассматривается как тихая гавань. Исходя из этого, я выставил отложку на покупку на уровне 111.5 с расчетом на то, что она может еще подняться до уровня 112, а потом только начнется коррекция. Либо с текущих начнется коррекция, тут у меня отложка на уровне 111 с целью 110. По канадцу отложки в обе стороны. Варианты такие, либо с текущей идем вверх, уже закончилась коррекция в четвертой волне. Либо второй вариант, что у нас С волна в составе вот более крупной С волны, в составе более крупной четвертой волны принимает вид импульса 1, 2, 3 и 4. Либо четвертая волна окончена и с текущей пойдем штурмовать уровень 1, 2, либо цена еще выше пойдет к уровню примерно 1.23, а потом уже начнется пятая волна в составе вот этой С волны. По франку я вне рынка, потому что цена находится в середине фигуры, коррекционной фигуры, строится волна B, когда она закончится, можно попытаться монетизировать волну C. По евро к фунту я открыл покупку. Я пересмотрел свою разметку, перешел на 4-часовой таймфрейм. Вот у нас 1, 2, 3, 4, 5. Это первый суперкруп, первая восходящая бычья суперкрупная волна 1, где пятая волна удлиненная. И после этого пошла волна А, волна B должна быть, и волна C в составе второй коррекционной суперкрупной волны. Ну вот поэтому я хочу монетизировать волну B. Я думаю, что как минимум должны брать уровень 0.89, но и даже уровень 0.90. По фунту к японской иене выставил отложку на продажу на уровне 150 с целью 148. По фунту к франку то есть продажа тоже по рынку идет на построение волны 4. Вот первая цель тут 1.29.6, 1.29.5. Потом посмотрим. По евро к японской иене выставил отложку на покупку на уровне 133.2, цели 133.5, 134, 135. По евро к франку выставил обратно отложку на покупку на уровне 115 с целью 116. На этом у меня все, дамы и господа. Но прежде чем закончить данный видеоролик, хочу ответить на предыдущий, ну как бы комментарий. Там не был вопрос, но был такой комментарий, что безрисковое управление за достойное вознаграждение. По поводу достойного вознаграждения, я понял намек, я все ловлю на лету. Ну вот смотрите, я задал вопрос в саппорт 15 февраля. Здравствуйте, из последней новости от 2 сентября, суббота. Компания UBK Markets анонсирует запуск новых инвестиционных продуктов, дилерского и алгоритмических портфелей. Совсем скоро наши клиенты смогут выгодно использовать все преимущества портфельного инвестирования для реализации своих финансовых интересов. И я спросил, подскажите, пожалуйста, на сегодня 15-й, когда ожидать этот запуск?
И мне ответили, в ближайшем будущем мы представим новый продукт на основе IPA-технологии, алгоритмические портфели. Вскоре вы сможете получить всю информацию об алгоритмических портфелях и точной дате запуска в новостях компании. Ожидайте, дамы и господа, я тоже ожидаю, мы все в ожидании. И я думаю, что у нас получится достойное вознаграждение. Я помню, в сентябре 2015 года я заработал либо 600, либо 800 долларов за одну неделю, торгуя на безноминальном счете. Я надеюсь, что эти времена вернутся и показатели будут даже больше, чем наши ожидания. Ну, надеюсь. На этом у меня все, дамы и господа. Желаю вам попутного тренда, жирных профитов и тощих лосей. И до скорой встречи в эфире. Пока-пока.